Около 500 жителей Ирбита и Ирбитского района уже поставили прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Вакцинация началась в декабре прошлого года. Препарат вводят в первую очередь людям из группы риска, медикам и педагогам. Как только поступит большая партия вакцины, прививать начнут всех желающих. Есть кто категорически против ставить прививку, и это в основном люди, которые вообще против вакцинации. Есть люди, которые желают поставить прививку. И вот у нас буквально до недавнего времени было ограничение, эта прививка ставилась взрослым от 18 до 60 лет. Были взрослые, да, наши пациенты, которые приходили, которым уже больше 60 лет, которые приходили и говорили: поставьте мне, пожалуйста, прививку, я не хочу умирать от коронавируса. Новый коронавирус все переносят по-разному. Кто-то в легкой форме, другие же попадают в больницу с тяжелейшими осложнениями. Кому-то так и не удается справиться с болезнью. Чтобы не рисковать и не играть судьбой в русскую рулетку, гораздо безопаснее поставить прививку. Вакцина Гамковидвак – это неживая вакцина. В нее даже не входит частичка вируса. То есть эта вакцина изготовлена на основе аденовируса, значит, человеческого, так скажем, да, и в эту вакцину введен ген SARS-CoV-2, то есть только буквально ген, на который реагирует наш организм и формирует антитела. То есть заразиться после прививки невозможно. Именно от прививки невозможно. Пока вакцина приходит в больницы небольшими партиями, поэтому разом поставить прививку всем желающим невозможно. Однако в феврале ожидается крупная поставка препарата, которого должно хватить на большое количество желающих. Поэтому уже сейчас можно записаться на вакцинацию. Жители Ирбита и Ирбитского района могут оставить заявку по номеру телефона 36390 с понедельника по пятницу с 9 до 12 часов. Также заявку можно подать онлайн на сайте Центральной городской больницы. Как только вакцина поступит, медики смогут воспользоваться базой номеров пациентов и пригласить на прививку. Анастасия Махнашина, Владислав Бурулев, Павел Тимофеев, НТС Ирбит.